Это глупо. Если поймают, нам конец. И что теперь? Теперь ищем склад Киберлайф. Там будут запчасти, голубая кровь. За мной. Нельзя им показываться. Осторожно. Теперь что делать? Найду другой путь. Склады Киберлайф. Там все, что нам нужно. Сперва надо убрать дрон. Давайте я. Порядок. Неплохо, Маркус. Открываем остальные ящики. Набивайте рюкзаки. Незаконное проникновение на частную территорию. Вы совершаете правонарушение второго класса. Я оповещу охрану. Джон! Вот чертов робот! Куда теперь делся? Джон! Мне нужна помощь. Джон! Сперва дрон, теперь это.
Вот не везет. Надо заканчивать и уходить. Ищите голубую кровь, пока ее слишком мало. Больше не унести. Идем. И меня возьмите. Он на их стороне. Нельзя доверять ему. Он рисковал ради нас. Нельзя его бросать. Мы не можем забрать их с собой. Это опасно. Берем с собой. Я знаю, где можно найти еще запчасти. В смысле? Грузовики. В них биокомпоненты. Они на автопилоте, но если есть ключ, можно вести вручную. Где этот ключ? Вон там, в диспетчерской. Охрана 2 человека. Ключ нужно взять как-то незаметно. Это самоубийство. Мы набрали того, зачем сюда пришли. Надо убегать, пока не поймали. Это же полный грузовик деталей. На всех хватит. Нельзя упускать шанс. Если погибнем, не принесем ничего. Нельзя рисковать. Мы не можем. Ждите тут. Через 10 минут уходите без меня. Маркус. Я пойду с тобой. Нет, я пойду один. Нет никакого смысла рисковать обоим. Опять лают. Задолбали уже эти собаки. Из-за погоды, небось? Опять фронт идет. Да, я-то обещал детям с палатками выйти. Ага, размечтался. Майк, все в 4-й зоне? Похоже на то. Должен вот-вот вернуться. Да уж, патруля сейчас не весело. Thank you.
Получилось? Класс. Скорей, влезайте! Грузовик! Мы добыли целый грузовик! Биокомпонентов хватит на всех! Без Маркуса бы не вышло. Я шел сюда, потому что тут андроиды свободны. Свободны жить во тьме, надеясь, что никто не найдет. Свободны тихо умирать в ожидании чуда, которое не наступит. Не надо такой свободы. Я не стану просить дозволения жить, любить, поднять голову. Не знаю, как у вас, но у меня внутри есть уверенность, что я больше, чем просто машина. Я живой, и этого у меня не отнимут. Дни нашего рабства окончены. Люди не хотят слушать, а мы им скажем. А чего не дают, возьмем. Мы чувствуем. Мы живые. И мы свободны.